Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий. Опа! Олег, сегодня у нас тема будет с вами, знаете, какая? Вот я получил посылочку вот такого вот итальянского корма. Обзор будет на этот корм чуть позже. Сейчас я просто хочу сказать, что выписал его из интернет-магазина, да, из Москвы. Дошел он достаточно быстро, курьер прям до двери донес мне его. То есть я не ходил никуда, мне прям вот в дверь позвонили, вот буквально. Вот, и я получил этот корм. Кормом я этим интересовался, вообще искал корм давно уже, да, потому что тут у меня проблемы кое-какие начались с Акбаром, то есть у него аллергия там пошла. И полазив по разным форумам, да, я пришел к выводу, что вот такой вот корм наиболее приемлем будет для моего кобеля. Ну, выписывать сразу много не стал, да, для того, чтобы как бы посмотреть, как оно будет выглядеть, все это дело. Обзор полностью корма я проведу чуть позже. То есть вскрытие мешка там и так далее, то есть ингредиенты, состав этого корма, производитель, это будет чуть позже. Сейчас просто вот к тому, что это вот будет анонс такой. Сейчас вот, вот анонс на будущий обзор нашего этого корма. Ну все, собственно говоря. Ну я рад, пришел, кстати, очень быстро, прям вообще буквально там 4 дня. 5 дней назад я связался. Пока они отправили, то есть по сути до двери у меня от звонка где-то прошло 5 дней от звонка и проплаты. Вот, так что я рад. Ну, судя по тому, что производитель не российский у нас, да, у нас же, знаете сами, там чуть добавили, там чуть убрали, так что, ну, я рад. Обзор корма будет чуть позже.